Болезнь лучше предупредить, чем лечить, говорят врачи медицинского центра «Алроса». Первый скрининг в компании прошли более 5500 работников. Обследования показали, практику стоит продолжать. По программе профилактики ранней диагностики заболеваний пищеварительной системы у нас подлежало обследованию 2824 работника. Обследование прошло 2700 работников. Это составило 96%. Средний возраст также был 47 лет. И здесь я хочу особо прямо обратить внимание, телезрители будут меня, конечно, слышать, о том, что признано здоровым 13 человек. Чуть более десятка онкологических заболеваний были диагностированы, они подтверждены в ведущих клиниках страны. Но вся ценность в том, что это на ранних стадиях. Людям проведено оперативное лечение, проведено специализированное лечение. Возможно, у людей есть шанс на будущую счастливую жизнь. Сами врачи отмечают, первый скрининг алросовцы восприняли скептически, особенно мужчины. А уже после первых результатов мнение изменилось. Очереди нету. Все быстро. Как говорят, ну, на ранней стадии все, если выявить, то очень здорово. Спустя полгода количество участников увеличилось вдвое. 10 500 человек 1 августа начали углубленное медицинское обследование. Полностью проверяют, как бы, и, ну, как, направляют, потому что мы сами-то не ходим. Все оттягиваем, как бы, потом пройду. Нет, это забота, работа. Семейство, хозяйство, как говорится, все. Владимир Дерилев решил проверить свое здоровье. Очень удобно, говорит работник шахтостроительного треста «Алроса». Даже выезжать из города не нужно. Первым делом сдал анализы. Бесплатное обследование проводят приглашенные специалисты Международного медицинского центра «САГАС». В этом году они работают по трем направлениям. Впервые проводят диагностику по программам «Кардиоскрининг» и «Женское здоровье», а также продолжают исследование органов пищеварения. В рамках программы кардиоскрининга проводится анкетирование пациента, кардианкета заполняется, происходит забор крови, биохимического показателя крови, в том числе липидограмма полная, снятие электрокардиограммы, проведение биоимпеданса, это измерение соотношения жировой и мышечной ткани, проведение ангиосканирования, состояние сосудистой стенки, жесткости сосудистой стенки и осмотр кардиолога. Вот такие направления нам выдали на санчасти. И вот сейчас мы пойдем по очереди вот по кабинетам. Юлии Березюк предстоит пройти полное обследование по программе «Женское здоровье». В нее входит осмотр врача-гинеколога, УЗИ органов малого таза, молочных желез и забор мазка на выявление онкозаболеваний. По окончании программы «Женское здоровье» женщинам будет выдано заключение с экспертной оценкой и с дальнейшими действиями, что они должны делать. Кто-то пойдет в стационар, кто-то пойдет в онкодиспансер, кто-то будет наблюдаться по месту жительства в плановом порядке. Исследования продлятся 4 месяца, с августа по ноябрь. В скрининге участвуют все площадки «Алроса» в Мирном, Ленске, Айхале и Удачном. Средний возраст – 47 лет. Компания потратит на эти цели почти 80 миллионов рублей. Новые программы обследования «Женское здоровье» кардиоскрининг выбраны не случайно. Врачи медцентра ежегодно делают анализ заболеваемости. Учитывая наш анализ заболеваемости, который мы ведем с временной утраты трудоспособности, полисками нетрудоспособности, конечно, мы видим, где у нас идет рост, где у нас снижение, на какие нозологические формы заболеваний требуют обратить внимание, а какие, ну, наблюдать, но не требуют такого экстренного решения проблемы. Второй момент, который нас заставил все-таки проводить такие скрининговые обследования работников, это мы работаем в рамках добровольного медицинского страхования. Все наши работники застрахованы, и когда случается какая-то, выявляется, вернее, какое-то заболевание, более-менее такое, ну, серьезное, которое требует, естественно, уточнения, а материально-техническая база у нас в медцентре, она у нас не соответствует, чтобы поставить, может быть, точный диагноз и правильный, мы направляем в рамках ДМС за пределы Республики Саха, в центральную полосу России. И по тому количеству направлений, которые мы стали с 2014 года отмечать, что получать и отмечать в направлениях о том, что у нас идет рост онкологических заболеваний именно репродуктивной системы. Это у женщин и у мужчин. То есть заболевания мочеполовой системы именно онкологической патологии.
На втором месте как раз вот заболевание ЖКТ, онкология ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Подготовиться к медицинским исследованиям несложно. Например, чтобы пройти кардиоскрининг, желательно отказаться от курения, алкоголя и кофе. Выспаться и постараться провести день в спокойной обстановке. Тем, кто проходит исследование желудочно-кишечного тракта, стоит ограничить себя в пище. Отказаться от шоколада, семечек, фруктов, овощей и жирной пищи. В день обследования не есть, пить воду без газа или некрепкий чай. Пациентов много. Интерес проявили достаточно большое количество людей. Идут очень активно, заинтересованы в диагностике и в получении информации по своему здоровью. Все довольны пока. В Мирном врачи принимают алросы в здании административно-бытового комплекса «Рудника Мир», ежедневно, включая субботу. Достаточно высокий уровень врачи города Санкт-Петербурга. Квалификация очень высокая, мне уже есть с чем сравнить. Я довольна, спасибо. Нелеченные хронические заболевания все чаще переходят в рак. Болезнь лучше предупредить, чем лечить, говорят врачи медицинского центра компании. Первый скрининг Валроса показал, совершенно здоровых людей практически нет, поэтому медосмотры – лучшая профилактика онкологии.